тоническое умножение. Летом учить таблицу умножения – особое удовольствие. Отправляйтесь на прогулку, возьмите с собой телефон или фотоаппарат и найдите растения с одинаковым количеством листочков или лепесточков. Например, дикий виноград. У него розетки в каждой по 5 листьев. Начинаем считать. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Угу. А сколько листочков в 3 розетках? Сколько листочков в 5 розетках? Очень удобно, что тебя можно сразу проверить, пересчитать. А еще у нас есть гортензия. В гортензии 4 лепестка в каждом цветочке. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Сколько лепестков в 2 цветках? Сколько лепестков в 5 цветах? Пересчитывайте. Это очень интересно. И составьте, пожалуйста, свою книгу ботанического умножения.